Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я нашел для вас один очень интересный и, по моему мнению, перспективный проект, который называется Preweb Network. Это подпись блокчейнов, транзакции, секретные цепочки, да, и адреса хеширования кошельков используются именно для сокрытия адресов отправителя, получателя и сумм транзакций. Проект достаточно необычный и интересный, он уже торгуется на нескольких биржах, и там и на PancakeSwap, и на Hotbit, и на L-банке. Ну то есть бирж здесь действительно хватает. Он запустился не один день назад, а, соответственно, торги здесь уже идут хорошие. Проект, по моему мнению, перспективный, и сейчас цена токена немножко просела, поэтому я и хочу о нем рассказать. Ну что же, давайте перейдем на X-сайт и познакомимся с проектом более подробно. Итак, вот мы с вами на сайте preweb.network. Ссылочку я оставлю обязательно вам в описании. Также оставлю ссылку на их социальные сети, Twitter там и Telegram. Итак, первым делом мы с вами пробежимся по сайту, потом посмотрим на график, на бирже, где он торгуется, ну и поговорим о их токене. Итак, познакомьтесь с лучшим приложением Preweb Network. Это ознаменует будущее Web 3.0. И они представляют нам технологию нового поколения, основанную на конфиденциальности. Да? То есть здесь данные все наши будут защищены. Итак, здесь у нас все написано, да, то есть подпись цепочки, транзакции, секретные цепочки и адреса хеширования кошельков используются для сокрытия адресов отправителя, получателя, ну а также сумм транзакций. То есть получается, что блокчейн подписи определяется как цифровые контракты, которые могут быть подписаны всеми пользователями, принадлежащим группе, у которых есть ключи. Каждый член группы имеет право подписать, но личность подписавшего также будет неизвестна. И Preweb предлагает пользователям все, что может иметь полностью децентрализованная криптовалютная экосистема, без ущерба для концепции, конфиденциальности нашего основного права человека. Очень круто, и я думаю, что многим может это, конечно же, зайти. Как я и сказал, у проекта имеется свой собственный токен, да, токен Preweb. Это служебный токен, служащий несколькими объектами для обеспечения безопасности и роста их сети. На первый взгляд, это многофункциональный токен, который определяет поведение именно как конечных пользователей, так и разработчиков. Общий объем поставок здесь 10 миллионов токенов, да, то есть, и мы видим, как все это дело распределено. На пресейле у них было 20%, да, также на разработку продукта 40%, маркетинг 17%, на различные розыгрыши 3%, команде и адвисорам уходит 20%, да, то есть вот такое количество. А также мы видим, что они уже прошли аудит от Solidity Finance, да, все это мы можем с вами проверить. Как мы видим, аудит пройден, да, то есть по адресу вот такому-то, на эфириуме и также в Binance Smart Chain, да, то есть у них токен на двух блокчейнах, как я понял, да, но в основном все пользуются, конечно же, на Binance Smart Chain, потому что, ну, транзакции там копеечные, и на эфириуме сейчас что-то покупать это очень и очень дорого. Так вот, здесь аудит пройден, можете с ним также ознакомиться, ссылочки имеются все на сайте их, да, ну, а также будут в описании. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Также здесь есть заблокированные токены, да, заблокированные для пула, а все это также имеется, и любой желающий может это проверить. Да, то есть вот они заблокированы, количество, которое заблокировано и так далее, да, то есть, а все это дело здесь имеется. Итак, что же касается токена, да, как я и сказал в начале, он торгуется на нескольких биржах, на данный момент его цена $1.32, он есть как на PancakeSwap, так и на Hotbit, так и на L-Bank. Наблюдать его мы можем с вами на CoinGecko, да, цена у нас 1.33, то есть сегодня цена у нас немного просела, да, на 12%, и это даже, наверное, хорошо, да, то есть можно приобрести его подешевле. Как мы видим, раньше он стоил вообще там $0.3, да, потом, конечно, цена вырастала до доллара и даже почти до 2 баксов. Ну, соответственно, люди, кто заходили намного дешевле, они, конечно же, пофиксились, да, то есть, ну, соответственно, начали выходить, чтобы забрать свою прибыль, и сейчас цена у нас упала, хорошее время для входа. Я думаю, что цена у нас может полететь вверх, да, так как у них сейчас начинается обширный маркетинг, также они запустили там стейкинг, пулы, об этом мы тоже поговорим, я вам расскажу. Ну и, соответственно, люди сейчас начнут закупать его, да, чтобы начать стейкать и зарабатывать на этом. Конечно же, это просто мое мнение, не факт, что оно так и будет, может быть, он и дальше продолжит падение, поэтому, соответственно, прежде чем инвестировать в проект,
Я советую вам еще самостоятельно с ним ознакомиться, да, то есть самостоятельно подумать, стоит сюда инвестировать или нет. Я просто делаю обзор и высказываю свое собственное мнение, не факт, что оно будет правильным. Итак, мы видим общее предложение 2 миллиона в обращении 1 миллион 328. Торгов за 24 часа 896 тысяч. Ну, достаточно много, ну, потому что они торгуются на многих биржах, да, как я и сказал, это Элбанк. Можно приобрести его здесь, здесь стаканы у нас на покупку, кстати, не особо большие, да, 1,3, потом уже 1,5. Также и на бирже Hotbit, здесь стаканы тоже не особо большие. Я бы, конечно, советовал вам приобретать на PancakeSwap. Здесь у нас, во-первых, транзакции очень низкие, да, так как на блокчейн Binance Smart Chain. Как приобретать, я показывал много-много раз. Понадобится кошелек, либо там MetaMask, либо Trust Wallet. На MetaMask настраивайте сеть Binance Smart Chain, коннектитесь и уже непосредственно приобретаете. Также советую вам ознакомиться с их white paper. Здесь достаточно много различной информации. А все у нас расписано, показано, рассказано. Поэтому прежде чем инвестировать в какой-то проект, да, ну и в этот, конечно же, знакомимся с их white paper, да, то есть здесь у нас рассказана вся интересующая нас информация, а поэтому обязательно переходим и изучаем. Ну и в конце мы с вами смотрим дорожную карту проекта, да, что у нас запланировано в ближайшем будущем, ну а что уже сделано. Итак, ноябрь 2021 запущена сеть и предварительная продажа доменов и хостингов. Далее, публичная продажа доменов и хостингов в марте 2022. Ноябрь – тестовая сеть. Далее, в 2023 они сделают майнет. Все это у нас будет уже через 1-2 года. Также еще одна хорошая новость, которая появилась у нас буквально 16 часов назад. Это то, что они запускают свой swap, да, Priv Network. И здесь будут пулы по 500% APR. То есть можно будет застейкать именно свои токены, да, и получать очень хорошие проценты. Можно уже перейти на их площадку, да, которая уже сделана. Выглядит она, ну, похоже, да, именно на PancakeSwap в таком стиле. Здесь также необходимо приконнектить кошелек. Я уже это сделал, да. И здесь можно будет уже непосредственно зарабатывать, да. То есть здесь у нас имеется фарминг, да. То есть APR здесь огромный, ну, пока еще ничего не наложили. Здесь мы видим, что он еще пока не запущен толком, да, и скоро вот запустится. И сюда можно будет отправить. Также здесь имеется и пулы. Да, по пулам у нас тоже огромные проценты. Ну, пока люди сюда не закинут. Конечно, соответственно, проценты упадут, но средние у нас останутся где-то 500%. Это тоже очень хорошие и огромные проценты. И поэтому, конечно, можно будет сюда накидать. Мое мнение, сейчас хорошее время для инвестиций в данный проект. Да, то есть можно будет заработать. Я думаю, после того, как запустится пулы, цена у нас может скакануть, даже обновить свои хаи, да, то есть уйти за 2 доллара. Конечно, не факт, что будет, но мне кажется, это вполне возможно, и пару иксов здесь можно будет поймать. Ну что же, давайте подведем итоги. Сегодня я рассказал вам о проекте 3PF Network, у них интересная идея. Пока, конечно, мало что реализовано, но уже сегодня запустится на фарминг, стейкинг, да, и я думаю, что цена токена может подрасти. Я надеюсь, так оно и будет, поэтому советую вам обратить внимание на данный проект. В описании к видео вы найдете все ссылочки на их сайт, соцсети, ну и так далее. Обязательно заходим и изучаем. У меня же на этом все, я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!